Вчера на середину, а в этом бою техническим нокаутом победу одержал Богдан Шаповалов. Уважаемые зрители, это матчевая встреча, смежная весовые категории. Значит, в весовой категории до 48 килограмм победу одержал Богдан Шаповалов, и он стал чемпионом Черкасской области по боксу. Награждается медалью за первое место и дипломом первой степени. В весовой категории до 50 килограмм звание чемпиона завоевал Назар Пьянтківський, Черкасский район. Также награждается медалью за первое место и дипломом первой степени. На этом наши соревнования окончены.